Привет всем. Так, давайте познакомимся с Джусан Кьор. Джусан Кьор — это как вы можете выбрать партнера, отсканировать Кьор и купить карты либо в кредит, либо в рассрочку. Список партнеров нажимаете «Показать все». И то есть здесь не все можно покупать рассрочку. Ну, например, это удобно оплачивать карты, кредит и рассрочки есть. Ну, не у всех, конечно, есть. Например, здесь, ну, у всех, конечно, карты есть, но не у всех есть рассрочка и кредит. Так. Jusan Kyor – это удобный сервис в мобильном приложении Jusan для совершения покупок в магазинах партнеров с помощью карт в кредит или рассрочку. Первый шаг – покупаете в кредит либо в рассрочку, наводите QR-код и, ну, естественно, у партнеров только Jusan Bank. Да, доступна рассрочка только с партнером, не у всех. Jusan Kyor только работает с интернетом. Можно купить разные услуги, товары у партнеров Jusan. Ограничение от 10 тысяч до 1 миллиона. При оплате карты ограничений нет. Бонус при оплате карты начисляется 5%, при оплате в кредит, либо в рассрочку бонусу не предусмотрено. Так, можете, да, при наличии кредита, рассрочки, да. То есть, например, вам нужен самокат, а на второй день вам нужен еще какой-либо услуга, либо товар. То есть, это возможно. Требования от 18 лет до 70 лет, ну здесь рассрочка, кредит, одобрение очень, процент очень большая. Только при первой подаче заявок в мобильном приложении необходимо наличие документа удостоверения личности. При получении положительного решения от банка мобильный будет открыта платежная карта, при помощи которой необходимо показать ежемесячный платеж. Срок от 3 до 24 месяцев, до 2 года. Так, как погасить ежемесячную оплату? Необходимо пополнить платежную карту любым удобным для вас способом до даты погашения ежемесячного платежа. Возможно, карта несколько способов: Jusan Bank филиале, в банкомате Jusan с функцией кэшин, в терминалах кассы 24 и Kiwi и Юрта без комиссии путем перевода денежных средств на данную карту или счет. График платежей можно посмотреть в приложении Jusan Bank. Досрочное погашение возможно осуществить по мобильному приложению Jusan, либо обратиться в любое отделение банка. Если ваш ежемесячный платеж выпал на выходной день, в праздничный день, то платеж переносится на первый рабочий день после выхода праздничного дня. Да, оформить можно по закону РК-4 в течение 14 дней. Так, нажимаете, оформите либо рассрочку. Так, она у меня будет доступна, вот смотрите, с 9 утра. У партнеров, например, мне нужно AirPods, рассрочку, вот, я навожу. Это как точно как Каспий, если вы знаете Каспий. Подпишитесь, ставьте лайк, в описании под видео есть Jusan кредит.